Ну что, вот мы дошли все-таки до самой южной точки Америки, Флориды. Отсюда до Кубы рукой подать. Очередь, чтоб сфотографироваться. Видите, какая очередь. Все хотят сделать. Заметьте кадр. Should never be that way. You should always be taller. Hold on. We got enough participant in here, big. Ну вот, мы это сделали. Пойдем посмотрим, где Куба наш. Где? Куба далеко, Куба далеко, Куба рядом. Ничего не видно, а может вон там вышка торчит. Вот так вот, мечтал я на Кубу, почти до Кубы добрался. Жарище, теплище. Вот он, Атлантик. И Куба там. Я это сделал. Круто. День пятый. Мы возвращаемся домой. Знаете, какой кадр? Старый-старый бывший мост. Весь гниет уже такой. Открыл свое. Может, поезд, наверное. Мамы тут бешеные, конечно. Как один день пролетели 5 дней. Красивая дорога. Правда, зараза длинная. Вчера у нас ушел целый день, сегодня. Надеюсь, еще сегодня попадем на Майами. Опасно, честно говоря. Да, ну вон ОРВИ есть. ОРВИ прям место, видишь, сдается, Серег. Это ОРВИ. Вот сюда приехать. Пожалуйста. Супер. Очень красиво. Поехали дальше. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Смотри, дом как стоит. Дом интересный или что? Строится или ничего не видать. Вот только солнышко было, едем, опять тучи, штормы кругом здесь. Нет, быстрее в Калифорнию завтра. Прикольно здесь, конечно. Интересно, конечно, дорога прям на уровне океана, очень впечатляет. Знаете, какой красивый океан. Зеленый, синий, всякие разные. Вот так. Ну, строят что-то. Construction что-то закрывает. Дорога оберегает, видишь, видать, волна или шторм это бьет ее, разбивает, они вот это. С construction тоже идет. Ну вот. Еще часок, наверное, мы будем. 2, наверное, да, Серега? Сколько? Не знаю. Часа полтора-два еще до Майами. Окей, до следующего кадра. Welcome to Florida. Час дождь, час солнца, опять шторм. Смотрите, какой обалденный. Только что ехали, было все хорошо. Заезжаем. Шторм. Главное, чтобы нас не затопило здесь нахер на этой дороге. Очень опасная дорога, с одной стороны, так вода поднимется и все поплыли. Ля сиеста.
ля сиеста. Ладно, потихонечку нам еще часа два ехать. Больно здесь не разгонишься, скорость маленькая на этом фривее. Ну ничего, не спеша доедем. Ну окей, до следующего кадра. Свернули с Серегой какую-то короткую дорогу необычную, смотрите. Арка из деревьев, какая красивая. Необычная. Круто, да? Длинные довольно-таки. Это настоящие лианы. Настоящие лиановые деревья, видишь? Прикольно. Хороший кадр будет. Дождик только сегодня нам немножко подпортил. Так мы только на Майами едем. За все 5 дней еще никак не могли выбраться. То одно, то другое, то третье. А сегодня вот дождь. Все равно мы туда едем. Разочек нырнуть надо обязательно, Майами. Скоро-скоро, не за горами, знаменитый Майами-Бич. До следующего кадра. Ну вот вернулись мы в Майами с Киевеста. Была длинная поездка. 4 часа мы с лишним ехали. Погода испортилась последний день, к сожалению. Но ничего страшного, мы все-таки все попытаемся искупаться напоследок. Потом в русский магазин наберем вкусняшек. А завтра домой. Вот так пролетели 5 дней, как один день у нас. Майами, Ями, Ями. Окей. С вами я, Йор. Вот он, Майами Бич. Добрался я до него. Ну, немножко не повезло. Ухудшилась погода на сегодня, поэтому отменяются какие-либо соревнования за горами. Ну кому-то в кайф, он народ балдеет. Но этим ребятам самая погода. Ой-ой-ой. Песок теплый, вода теплая. Ой, дождик. О. Вот он, знаменитый Майами. Ну, честно, мне в Голливуде больше понравилось. Вот этим ребятам раздолье сейчас. Вот им кайф. О, прикол. О, игрушки у ребят. Хочешь туда, поехал, хочешь туда. Круто. Ну ладно, Бог даст, я приеду. Хочу сюда на день приехать, на месяц, может, на два. Тогда будет поинтереснее. А сегодня возможно. Все. Назад. Окей, до следующего кадра. Ну что же, дорогие мои. Это 4-й отель за 5 дней в Майами. Это последний отель. Каких мы уже только не были. Ну. Этот один из самых больших приличных, где мы были. И самый смешной и дешевый. Всего $90 на двоих. Сейчас посмотрим. Не будем изменять традициям. Это наш 4-й отель за 5 дней. Самый крутой. И я прыгаю! Последняя ночь в Майами! Hey!
Сейчас есть шикарный бассейн с соленой морской водой. И мы под закат можем здесь плавать до 10 лет. Окей. Тяжело, да, после этой духоты и всяких хуйни. А? Да, не, внутри, в воде тепло. Наружу, Радю. А вдруг не слышишь? А вдруг не слышишь? Нет, и здесь в воде хорошо. Нет, и это прохладно такое. Нет, и нет, это... Сегодня я купаю костюмы. Окей. Я с вами. Заканчивается мое путешествие. Побывал я и в Вашингтоне. И сейчас мы взлетаем еще 5 часов до Сан-Диего, до моей родной Калифорнии. Агусь бисмилляхи рахмана рахим. Ну что, вот я вернулся домой. Супер у нас в Калифорнии. Еду вот Бейкерсфилд сейчас смотреть. Вот она горит, моя родная Калифорния. Где-то, сколько я проехал, майлов 50 от Сан-Диего. Вот видите, что творится. Hazard ahead in 3
3.4 miles. You're still on the fastest route. К сожалению, там, куда я живу. Вот. Ой, вон видно огонь прям. Вот карма бабая. И никто не тушит, никакие вертолеты. Ой, как видно. Ой, вон пламя там вообще. А, не, вру, вон пожарный. Да. Работает, работает. Да, работает. Ну, давайте тушите, ребята. Тушите. Еще немножко. Еще немножко. Обалдеть. Ну ладно. Флорида, конечно, хорошо. Но золотой стейт Калифорния. Much better. Я люблю свою Калифорнию. Дышится хорошо. Жара спала. Так у нас красиво. Буду дома в своей деревне.